Для нужд сельхозтоваропроизводителя обязательства по поставке удешевленного ГСМ выполнено полностью. По состоянию на 13 декабря текущего года объем запасов на нефтебазах составляет по бензинам 92-93 более чем 103 тысячи тонн, дизельного топлива 155 тысяч тонн. Количество остатков ГСМ составляет приемлемый запас, достаточно для обеспечения внутреннего спроса, дефицита на АЗС не наблюдается. Добыча газа по оперативным данным составила 41,9 миллиардов кубов, это 106,1% к плану 2016 года или 102% к аналогичному периоду прошлого года. Годовой план 44 миллиарда кубов будет выполнен.